По словам Валентины Дейнека, именно с линии начинается все искусство. Линия в книжной графике, в росписи по стеклу и в многослойной аппликации из ткани – технология, запатентованная художницей. Автор сравнивает ее с приемом из живописи лессировкой. Метод, когда кладется какой-то грунт, какая-то краска яркая, сочная, а на нее нанизывается много слоев прозрачных красок. И вот тот вот первичный красочный тон, он как бы блестит и как бы просвечивается в верхнем слое. Вот он отражает, но это только нужен свет, обязательно свет. И тогда мы его почувствуем. Эта технология требует длительной подготовки. Текстиль подбирается по переплетению, цвету, колориту. Например, в этой бабочке около сотни лоскутков. Кстати, это желтый александр. Мы можем разглядеть бархатницу, бабочку, павлиний глаз, шмеля. Все насекомые выполнены с анатомической точностью. Аппликации Валентины Дейнека вылились в несколько серий. Это знаки зодиака, маски, вензеля. Это, конечно, высший пилотаж. Я все посмотрела. Вот эти вензели обалденные, что она делает, бабочки, многослойное вот это вот творчество. Это, конечно, изумительно. Это изумительно и, наверное, это не каждому дано. Валентина Дейнека – экспериментатор. Она творит в разных техниках. Здесь есть работы, выполненные в акварели, тушью, даже фломастерами. Посмотреть на этот удивительный мир красоты и легкости можно в Нижегородском государственном художественном музее до 8 апреля. Анастасия Кочнева, Максим Веселов, Объективно, ННТВ.